Вы смотрите канал Бадди Филм. Добрый день! Я приветствую всех своих зрителей. И сегодня я буду складывать в один чемодан от Steadicam Giant Crane весь комплект, который идет в виде дополнительных ручек для удобства переноски. Я посмотрел в интернете, подобного видео нету, и я думаю, что 5 минут вашего времени, и вам будет очень интересно, как это сделать. Итак, у нас есть Giant Crane инструкция. Там ничего в инструкции не написано, как все складывать в один чемодан. У нас есть пульт дистанционного управления, который тоже хочется положить в чемоданчик. Инструкции откидываем в сторону. Вот у нас есть пультик. Коробочки храним. И у нас есть рукоятка, с которой очень удобно работать. В этой коробочке переносить реально для пользования невозможно. Что нам понадобится? Для того, чтобы это все сделать, мне будет нужен нож, линейка, клей, направляющая под нож, фен и досочка для нарезки колбаски. Я думаю, дома вы все это найдете у себя без проблем. И какой-либо маркер для того, чтобы разметить на поролоне направление. Итак, что мы делаем первое? Раскручиваем ручку, потом будем дальше скручивать, когда нам необходимо, нужно будет ее собирать. Она превосходно вот в этих местах раскручивается и скручивается. Пробуем руками, не отходит. Почему? Потому что здесь оно посажено чуть-чуть на такой типа клей, фиксатор резьбы. Вот для этого нам и нужен фен. Закрепляем ручки. Включаем фен. До горячего состояния. Чем мощнее фен, тем лучше. Над газовой конфоркой не греть. Прогрели одну сторону, прогрели вторую сторону. Крутнули. О, пошла одна сторона. Открутили. Есть. Пробуем вторую сторону. Да! Не идет, не проблема. Ставили рычажок. И раз, и открутили вторую сторону. В результате получаем набор. Серединка. Одна сторона. Вторая сторона, они абсолютно симметричны. Две ручки. Левая, правая, которые стоят вот так вот под наклоном. Или вот так. Пультик. И для пультика крепеж. Вот это все я хочу сейчас уложить вот в этот вот чемодан. Вынимаем стедикам. Как он был уложен, вынули. Убрали в сторонку, чтобы он нам не мешал. Зарядка для батареек и к ней USB шнурок. Сильно много чести ездить с нами на съемки. Батареи хватает реально на один рабочий день работы. Или положите это в фотосумку с вашей камерой. Вынимаем ручку. Батарейки на съемку будут ездить в ручке. Вот их место здесь. Ничего им не сделается. И вот эти крепежи оставляем на своем месте, но при монтаже мы их вымем. Есть. Как будем размечать? Размечать будем очень просто. Две короткие ручки я положу вот здесь вот, одну над другой. Высота позволяет. Абсолютно нормально. Вот эти две ручки я положу вот здесь вот. Одну над другой.
Высота позволяет. Видим. Длина позволяет. Вот эту часть будем хранить на месте, где была заряд. Вот сюда положим. О, прекрасно она ложится. Пультик будем хранить вот здесь вот. И на месте, где у нас батарейки, без проблем у нас ляжет вот эта часть. Раз, два. Разместили. Осталось прорезать две дырки. Начинаем размещать. Размещаем аккуратно. Вот у нас вот эта часть. Это хочу, чтобы сюда пошло. Так. И отмечу себе маркер. До каких частей. И сделаю еще такой красивый вырез. Вот. Вот эту часть. Нечко. Посмотрели, померили расстояние. Ширина. У меня получилось 30 миллиметров. Ножик, смотрите, руки не порежьте. И прорезаем. Отлично. Ручечка легла. Одна. И сверху у нас ляжет ручечка. Вот вторая. Вот она будет здесь. И под нее можно даже чуть-чуть здесь тоже сделать прорезь. Есть. Положили одну ручку. Сверху положили вторую. Вот она у меня легла, носик спрятался. Размечаем вот эту сторону. Здесь оно явно выйдет за пределы. Поэтому можно смело резать по краю, ничего не оставляя, но оставить хвостик. И здесь точно так же отрезаем кусочек для того, чтобы проложить между стойками. Промазываем. Процесс можно немножко ускорить. Включаем фен.
и тепленьким. Я думаю, что достаточно. И теперь очень аккуратно, не перепутая, накрываем, выставив размерчик. Здесь для того, чтобы оно не шаталось, я заложу стулечку. О! Начинаем проверять, что у нас получилось. Итак, ручка с батарейками, вот она здесь, легла. У меня остался еще кусок поролона, чтобы ручка с батарейками не болталась. Делаем вот такие вот. И вот мы батареечную ручку сверху еще закрепили поролончиком. Легло. Чудесно. Дистанция нашла свое место. Серединка от ручки. Вот она у нас пошла. Прекрасно лежит, смотрится превосходно. Крепление под пульт. Мы его кладем сюда. И вот эту часть размещаем сюда. Что у нас тут еще было? У нас еще были винты. Вот один сюда же сразу и второй рядом не покусаются. Поддержка под объектив встала на свое место. Ручки. Смотрим. Ручка первая. Вот она пошла у нас вниз. Легла. Ну, как хорошо легла. Плотненько. Есть. Ручка вторая. Вот, тоже легла на нее плотненько. Я между ними хотел проложить. Специально вырезал вот поролончик. Положил, вот положил вторую ручку на поролоне. Легла. Стойки. Одна стоечка ушла вниз. Легла. Поролончик проложили между ними. И еще одна стоечка легла. Если вас беспокоит касание в этой части, еще кусочек поролона. Проложили вот сюда вот, положили вот эту часть. Лежит. Чудесно. И осталось нам положить наш кран. И в месте касания, вот здесь вот, смело используйте вот этот вот поролон. Вот он. Закрываем. Ничего не мешает. И в таком виде у меня собранный кран с всей внутренней комплектацией. Приехали на съемку. Открываете, достаете, все у вас лежит здесь на месте. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что мой обзор был полезен, хотя по большому счету я это делал для себя, как только понял, что мне хочется носить в одном чемодане и стедикам, и ручку к нему, а не отдельно по фотосумкам. Кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Я периодически стараюсь выкладывать различные интересные обзоры, а также видео, которые снимаю в путешествиях. До свидания.